На контроле все. В регионе начала работать система автоматической фиксации дорожных нарушений ПАРКОН. На территории Саратовской области было установлено 50 фоторадарных передвижных комплексов, которые в тестовом режиме осуществляли контроль за соблюдением правил дорожного движения. Благодаря их работе сотрудники ГИБДД выписали нарушителям штрафы на сумму более 300 тысяч рублей. В Саратове круглосуточно работают 5 стационарных систем контроля с 16 видеокамерами. По словам сотрудников госавтоинспекции, подобные системы – самый эффективный способ сокращения ДТП.